Давай, подбирай одну. Кто мне колчедонку поставит? Подбирай. Подбираешь сейчас. У тебя 100. А, блин, все, не туда смотрел. Сейчас, сейчас. Я забыл, что надо было во фрейм тебя взять. Так, во, все, он сзади. Взял. Чего там, сразу так и потеряли все. Да понимаешь, я один в пушке сижу, я перепрыгиваю, колчедан поставил. Ехать может до четвертого нажать? Не, не надо. Ну ты мне говори, если что, за ускорюсь. Окей, окей. О, нифига себе. Тут поволонер собирает. Вау, ох, как прикольно. Бля, я говорил же поставить мастер лук. Да. Почему снял группу бегов? Чего? Почему групплуд стоял? Может, ты не поставил мастер лут? Ты же лидер. Чё, молодец, Олег. Спасибо, что напомнил. Уже говорил. В РК надо заходить просто. Я был в РК. Значит, плохо был. Так, наркодилер тут. Наркодилер, прием. Я вот дам арка. Все, я тут. Че там по бахам, короче, кто? Так, Поклонская в протопала, Этернити в протопала. Еще кто-то в протопала, короче. Лися, наверное. У меня нет танк. Жесть, спекайся в танк тогда ты. Че, мы снова ачиву делаем? Ну мы сделаем ачиву эту, на дворфов конченую. Каждый раз же делаем ее. Мы сейчас сделаем до конца ее. Сколько мне там дворфов осталось? Так. Мне, да. Будем рассчитывать на 25 мобов. Ну, короче, да. Джерин кресты, певчи ты хила.
Пускай Дуду Дипка в хила, в ДЦ, а я подбью нормально мобов. Значит, Дуду Дипка, спекайся в ДЦ. Поклонский, ты идешь протопаладином. Тыкайте. 5 хилов нормальная тема? Думаю, да. Да, да, дофига. Так, этот, наркодилер тут? Голову в трейд, пожалуйста. Благодарю. Ладно, пойду за рыбой. У меня есть. Мне надо еще регги на бафы. Есть какой-то джипс или мама? Купи фласк. Ой, возьми фласку тогда. Я джипс сейчас поставлю. Рыбу ешьте. Как там Джерри, он выше, не по осколкам? Олег сделал волонер уже себе? Хм? Олег собрал волонер себе? Угу. ГЦ. Короче, чтобы сделать ачиву, нам нужно... Фу, сколько там до берсы? 9, да? Минут. Сейчас посмотрим, короче. 10 минут, ну короче, она там взлетит, ой, через это 8 первый минут танк. Просто пушки сломаются, мы не сможем ее опустить и все. Пуш. Ну короче, вайпнемся один раз, ничего страшного. Надеемся, что мы не вайпнемся и будет выходить много мобов. А зачем тебе обязательно сейчас вот хочу делать? Она делается так вот каждый раз, проходная, в следующий раз делать. А может, Олег сказал так. У меня регов нету. Поставьте джипсы, куплю реги. Или мамонта. Стоит. Так стоять. Где? Справа. Вот, это у меня. Тыкайте. Мы ее полностью не давно делали, если что. Так, я один маг, да? А кому-то отлично. Надо дать его вообще? Не нужно. Плюсики поставьте. КПС. Два. 25 штук? Да. Да, но мы сделаем, мы можем сделать, короче, знаешь как? Типа два раза ее опускать и на третий раз убить. Да, так и надо. И без вайпов просто. Ну давай так, давай тогда. На следующей неделе там просто, ну там дворфов 15-17 мы должны будем в идеале пожать. Давай так. Че, уже всех дворфов есть, что ли? Хз. Не знаю, там слишком много ачив искать не хочу. Алин, конечно, сумку, что вы хотите делать? Короче, пожарить дворфов. Сова, звездопадом не бей. Милики тоже, шем уберите, там, чтобы не прокол шем. И первый танк, короче, Джесс, ты будешь танчить первых пятерых мобов. Диспель, там, главное, себя не забывай. Потом Этернити, ты следующих пяти мобов, Поклонская, ты следующих пяти мобов. Меня слегка подлагивает, поэтому я так, возможности. Смотри, Ретри Ауру уберите. Протопаладины вместо этой печати порчи поставьте печать света. Это два. Так, ну вроде все. Там... Ретри Ауру уберите. Ретриаур уберите, бафы на отражение, если есть. Ничего не ауешим, я там подобью мобов. Подобью. Ну, давай. Да. Давайте чек на пул. Если Гера, вы там кричите, хорошо? Да-да-да. Сейчас, одну минуту. А ты можешь отойти АФКшить. Да. Погнали. Все, так. Сейчас запущу. Что, повороте там не надо? Ты отойди пока. Давайте идем все сюда. Кто не знает, куда идти, идите в звезду. Уберите Ретриауру. Да, Ретриауру, паладину уберите. Алло, паладины.
Так, Джесс, какая у тебя аура стоит? У меня какая-то последняя. Вот лед стоял. Хорошо, Тристия, у тебя какая аура стоит? Третья. Акримония у тебя? А что подумав, Джерион стоит? Джерион. Хорош, Джерион, спалили. Че тебе надо? Двете часовых. Вот страж клана, вот сейчас в основном у него черепок, его не надо бить. Вот этих мобов не нужно бить. Дай пати, дай пати. Ладно, я пошел на БК качаться, все, давайте. Стой, зачем ты его кикнул? Ретриауру стоял. Димон, убери ретриауру. Че? Какая разница, стоит ретриаура или не стоит? Ну они бьют стражей. Не убьет стража, она не бьет по 2000. Пацаны, заберите с меня моба, 4 танка. Убей крестик. Видите, кто-то гарпунные пушки там, понажимайте. Только одно. Давайте часовые. Так у нас три... Вот, сейчас крестик умрет, молодец. Овцовенький. Я уже сделал это, подбей его. Кидай, все, не бейте моба, алло, круг не бейте. Крестик бейте. О, молодцы. Почему-то кружочек все равно что-то дамажит. Алло, что его дамажит? Рейтри аура паладинская, благодарю, Джерион. У вас защитник все, бьет. Не бейте череп, крест и круг не бейте. Так, сейчас еще мобы выйдут, вот этих двух мобов вообще никто не трогайте. Так, давай другой протопаладин, собирай мобов этих, если выйдет. А их нету, естественно. Круто. Придется двоих блоков пожарить. Так, давай, веди под морду. Сейчас я пущу это говно. Я нажму. Я нажму. Так, все, мобов только не бейте никто. И эту, босса тоже не бейте. Вы можете венды покачать, либо одноручки. Не бейте массухой. Не-не-не, встань, где застоял изначально. Она туда дыхнет. Вот сюда встань. Да-да-да. Да. За опять дамажит крест и круг. НПЦ. Нету ретриала. Там дружественные НПЦ. Ну все, двоих пожарили. Молодцы! Так, давайте заново. У нас до берсей 12 минут. 12 минут будем делать эту ачиву. Давай, танк, который сейчас ловил, еще раз лови. Третий часового. Сейчас много. О, хорош. Обо, 25 штук надо их убить. Нет, красиво. Ловите стражей, благодарю. Пожалуйста, бой, забери часового с меня. Так, вон, дозорного бейте. Вот этих стражей клана не бейте. Так, этих отвели, Тернити отвел, еще стражи Тернити. Вор, отлично. Так, перчи, подбивай их. Давай до 30к. Все, не... Так, кружочек не бейте. Сейчас типа всех 25 убивать будем? Ну, если получится. Эти часовых. Третий танк собирай вот этих мобов, которые вышли. Где трейда? А стража, они три. Так, подобью круг. Все шапешки, помогайте подбивать стражей только до 30-40к. Танки не бейте их. Круг можете уже не бить. Дозорный что-то там у танка делает. Его нужно убить. Так, посмотрим на количество хп. Поставил звезду. Вот ее нужно подбить, ШП. Селена, подбивай звезду. Только без дот, без дот. Все, не бейте звезду. Не бейте звезду. Там дота дотикает, не бейте. Так, круг не бить. Так. Сейчас будет новая гарпунная пушка. Сейчас давайте подбиваем. Заливайте его, не забирайте танки, убейте его просто. Их и так слишком много. Да их и так слишком много. Танки, заберите стражу с меня.
Так, подводите уже мобов к морде. Сейчас опущу это говно. Так, сейчас посмотрим, кого надо подбить. Под... Вот, круг надо подбить. ШПшки подбейте круг без дот. Так. Давайте, все, подбили. Мол, не бейте круг, не бейте, не бейте, не бейте. Боже мой, сейчас умрут. Все, стопайте, стопайте, помогу. Хорош. Кто-то сделал чего же. Так, сейчас мы пожарили четверых. Того 6 мобов мы пожарили. 5. Стало 10 мобов. У меня было 8. 6, 6. У меня было 8, пожарили 6. Давайте заново делаем. Так, все, круг. Не бейте, кроме бивопа. Бивоп один подобьешь. Тут ралли умирает, похильте, может. Может быть, маны залейте. Кто-то там, баф. Залей маны в лоли. Так, все, круг там на бибоповский, короче. Дальше, дедмайнет. Сейчас я повешу ромб, ты будешь только ромбик подбивать. Вот, на тиром, подбивай ромб. Так, потом козырь. Ты подбивай, короче, круг. Бибоп. Бибоп твой квадратик был изначально. Стой с ним. Подбивайте до 30к, потом там НПС будет бить на этих мобов, и возможно он их убьет. Мать пушки, кто хочет. И что-то ромбик опять бьет. Что его бьет? Да эти мобы. НПС конченые, а. Надо просто 4 моба. Запускайте. Все. Подводите сюда. А, или нет, сколько еще? Одна пушка еще. Ну какая разница, все равно подводите. Все, давайте, подводите. Не бейте, главное, мобу. Не бейте, не бейте. Одиннадцать к, 25к, отлично. Можно мобов контроль брать. Да не бейте, не бейте. Да не надо. Сейчас убьете уже. Ну вы убили уже дворфа, молодцы. Убили где? Вот С воет. Она дышит по 20-15к, а не по 10. Еще раз сделаем. Так, Бипоп, твой круг. Селена, твой ромб. Потом Дедмайнет, твой треугольник. Кто там еще из престов? Козырь, твой полумесяц. Подбивайте. Так, убери и подбей круг. Убивайте до 50к хп и все, и стопайте дамаг. Потом, когда подведем эти, это говно, подобьете уже до 30, потом до 20, до 10. Где этот айкенблинк? Ты им бить можешь? Да, тут есть 2 скилла, удар бури. Так, оставьте мне крестик, я его подобью. Спасибо. Боже, забери крест, пожалуйста. Так, шипешки свободные, подбейте крестик. И круг, заберите танки.
Все, стопайте по кресту, вы его сейчас убьете. На мобе горн остался, короче. Не берите крестик. Пушок заберите. Гарпунная пушка готова. Еще две гарпунные пушки нам нужны. Третий часового. Так, танк есть свободные? Забирайте мобов. Череп надо забрать. О, не череп, а... Боже, нет, свободных нет уже. Так, череп подбили, отлично. Подводить. Давайте, подводитесь на мобов. Подводите, подводите. Слушайте, в момент дыхания не бейте мобов. Может засчитать, не засчитать смерть, понимаете? Там сейчас моб сдохнет. Вроде бы. Ну не бейте их. Так, нормально, нормально. Ну, кинь овцу 10к. Хотя ладно, 9к уже. Ну, ладно, блин. Не кидай, не кидай. Нормально, по-моему. Все. Сколько сейчас было? 22 5. У меня. 5 было. Уже 14, короче, с нуля сделали. Все, давайте последний раз. Либо два раза. Остальные. Давайте, давайте, нет, два давайте раза. Вольемся сейчас. Два раза. Нет, два раза и потом вольемся. Либо один раз вольемся. Гарпунные пушки резаются по 2 минуты. Не успеете, потому что берсерк. Значит, последний раз. Так, певчий, звезда, Селена, круг и Deadminded ромбик. И сметку на этого. Моба, видишь? Дозорные кланы темных рун. Нет. За черепа стоит. Так, часового бейте, божек, много мобов. Забирайте танки стражей. Так, козырь, подбивай луну. Вы же их половину убиваете. Не знаю, ну что поделать. Да не мы убиваем, а мобы. Поп тоже подбивает что-то. Круг не бейте. Кругу хватит. Вот чтобы у него 25 хп осталось. Я фокус возьму, не дай бог, у него хотя бы 1 единица пролетит. Часового убейте. Так, последняя пушка. Давайте речь подбивайте мобов. Так, отлично. Нормально. Вроде более-менее. Давайте, подводите под морду. Сейчас спущу это говно. Давайте, все будем вливаться в острокрылую, только без звездопада и без всякого говна. Давайте, рост, точечно бейте в ГЦ. А кол было 0 дворфов? Сколько осталось вам? 6. Блин, 1 дворф остался. Беда. Давайте 40 секунд есть, чтобы убить босса. Теперь можно звездопад? Да-да-да, давай. Thank you.
смотрю на диване. В какой ты группе вообще? Третий. Пушка нужна кому-то? И манускрипт. Дай им какая прости. Сейчас, возможно, мы сможем, знаешь, что сделать? Калгарму убить без смертей. С этими лагами блядскими. У меня ничего не лагает. Это, блядь, фантастика, если честно. У меня есть задержка. Кто-то из протопалов, останьтесь один. Сегодня все спекнулись. Короче, самонете потом. Ну что ты сейчас? Я под текстурами бегаю. Хорош. Инслот есть. Сову возьмете? Давай. Нужно подойти поближе. О, как запишешь один ДД, если сказал, что сейчас зайдет на собу. Я захожу. Да, я не слышу. Так, Поклонская, ты умеешь этих мобов тушить, короче? Ставьте в шкаф. Тыкните. Да ради, без разницы, ешь рыбу. Если хочешь, заходи на ханта. Все, надеюсь, все поели, будет запускай. Заходит, ну ладно.
Может, ты что-то скажешь? Чё? Ничего. Те глюки? Да, на тактику просто не знаю. А, бей босса и всё. Топ-каст. Здесь я вовремя сказал. Он хильте приста. Можете... А, у нас даже на пулеров нету. Хорош, Войд. За стоп, не дамаг. Стопаем или чё? Да, сейчас, ну пока победить можно. Мото нужна эта чё вообще? Вряд ли. Значит, можно убивать. Что каплю дал из ретриков. Ну, спасибо, может сказать. О, или железное сердце. Мне одна штука нужна. Ольц. Посланника. Да, сейчас пусть я ролить. Они не ролят, так что мне его идут, давай. Так, певчий, да, и... Черион, да? Конечно. Они даже шмот на посланника собирают. Да, у нас уже вас шмот. Спасибо, наконец-то собрал ее. Так, это, наверное, Лоли нужно. Держи. Спасибо. Кстати, Лола, сегодня разгадывал кроссворд и не мог 10% от 225 посчитать, не подскажешь? 22. Ты хотел меня позвать, да? Ладно, бежим. Это, слышишь? Вот все, ралли заходит. Будем делать хэм на этом говне или нет? Надо кому-то хардмод? Сейчас, погоди, посмотрю. Давайте, 5 плюсиков, если наберется, то будет хэм. Как отчего называется? Сердцеед. Надо. Ну, хардмод там лут больше, поэтому это... Там легко. Так, у нас тем более 4 хила, вроде как более-менее нормальные. Ну, поставьте локишка. Счет. Идите пока слева, мы его убейте. А это сумби 25, надо ФБ шмуткать же, да? Триня вот это, да. Можно зеленку надеть и идти на ДФБ. Нормально. Сел рыбу, поешь рыбу сразу. Так, что там будет? Он повесит СС на Аписа, повороте на Лолу. И где-то третий лоб у нас был. Нам два лоба. Да. О, мобы еще идут. Короче, для типов, которые не знают тактику. Начнем бить босса, потом появится сердце. Вам нужно будет отдать все свои бурсты в это сердце. Потом, когда мы его убьем, у босса будет очень много хп, и нам нужно будет его убить. Все, что требуется. Потом будут кидаться две метки. Одна метка будет светлая, вы можете стоять в рейде и ничего не делать. И потом, когда эта метка пропадет, появится такая искра мощи, по-моему, называется, не помню. Вот, ее нужно будет убить. Она будет под мелизоной, можете кливать, убивать.
И еще будет черная метка, с которой вам нужно будет убежать подальше от рейда, иначе она притянет всех. Вот. Вот здесь как очень... метка эта черная называется дословно? Я откуда знаю? Эти кто? Ну ты скажешь просто, хорошо? Да, я конечно скажу. Накиньте бафы. Накиньте бафы по охотнику. Джесс, Поклонская, Джерион. Вы готовы? Будут хилить очень сильно, когда будет искра и еще какое-то говно. Джерион, братишка. Да они умрут тогда, давайте, пуляйте. На пуль только на Войда. Можете сначала не брустить, потому что хп все равно реснется. Макгрегор, выноси подальше. Во, просто может стоять. Специс... А, нет, сейчас не будет искры. Ты мог не убегать. Вот, бейте сердце. Протопал, лови мобов. Кстати, все мобы быстрее переключились. Да, давайте рост. Бейте босса. Так, вот паладин можешь стоять бить. Бей, 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 бей босса. Ничего не делай. Гудяла наноси. Мощью кливайте жизни. Эгр, стой, бей. Стой, бей, ничего не делай. Стой, стой, стой. Сейчас захиливайте. А вы Фрею зергаете? В идеале наноси. Да, просто убиваем. Я хотел предложить на Фрею, короче, сделать одну ачивку. Можем сделать все ачивки. Там легко все. Ну там-то надо убить по две штуки. Давайте, там вот эти искру жизни, танки на себя и убивайте. Шурупец, выноси подальше. Все, только до стены не добегай. Это не обязательно. А я без заспеха бью. Спасибо, попросишь, что напомнил. И в жопу. Верните, выноси. Топал, встань к мини-зоне. И искру жизни. Грегор, выноси. Давайте бурсы нам 30 секунд, можно еще сделать еще быстрое убийство, которое мы вряд ли сделаем, конечно. Мы не сделаем. Надо меньше хилов, чтобы успеть. Давай сакру. Ты же ее не отдавал, наверное. Поклонский, уходи. Вон, ты знаешь, как сложно это чего было делать на этом, на Вармейне? Ну да, ты говорил, там было в 100 раз больше хп. Было 6 хилов у нас, или 7. И чисто до берсы, под берсой еще кайтили. Шурупец, уноси. Батба 6? 2. Ну, меньше. Накса, вещи. Рульте шею. Посох надо кому-то?
Отлично, танк. Куда, вестибюль? Да, вестибюль. Просто законтролишь там оба, и я говорю, тебе мобов. А окей, пожалуйста, Юнирка. Короче, баф задевай маны постоянно Лоли, а Абджук в Желез ПБ. Сакур круто пал. Отлично, мобу законтролили. Буревестника давай. Мне бронзированный последний. Я просто хз как-нибудь работает, поэтому без надо тебе рельсы. А тут просто если последнему буревестнику надо пробегать, тогда взлет не убедительский. А, он еще вверх он взлетает, да? Да, я что-то помню такое. Вверх и кидает молнии. Ну да, от него. А, все, тогда изи тактика. Ну, еще когда он крутится и кидает шаровые молнии, надо реально захиливать и давать сумку. Да магом не возьмем. Все равно придется зачем нормально. Ну, придется. А вот этого босса, Калгарона, как кому. Почему там где руки одни? Тело. Вы не убиваете, не можете убить в тело тупо. Он вот чип руками работает. Ага, понял. Танков убьет. Ну можно, конечно, сделать чисто. Ну я знаю, у меня пробовал, я пытался пройти эту чип получить. Вот этого ваншотала. Мы пытаемся сделать 2 смертей. Понял. Какой раз его. Надо рост подождать. Ну подождем, да. Сейчас, подожди, не агри будет. Молодцы. Чиф, распасет, ребята, без смертей. Так, ну это, по-моему, может на паладинов 25. Вставайте все под ноги мобам. Вставайте быстрее все к мобам. Подходите. И бейте железного ремонтника. Поставил звезду, бейте их. Тресните до твоих пацанов. Димон, у тебя сакра есть? Да. Хорош. Поставьте шкаф, суманите меня. Ждите за бафами. Че, рост ждем, да? Да не, мне просто Глоран надо. Так, я тоже тогда сгоним. В идеале мне тоже суманить. На минутку отойду. Все, я тут. Тебя суманить? Я уже здесь. Хорошо. Ешь рыбу.
Так, смотрите. Ладно, там кто-то зашел. Урак сейчас пришел. Зачем ты туда пошел? Иди сюда. Дуду типка, ты тут? Да. Чек на присутствие. Против фулбов пока что. Джесс, Войд, Акримония, Селена на повороте. Короче, смотрите, мы будем сначала бить звезду Сталилома. Войд потанчишь его. Потому что если будет наполовину, мы агро сорвем. Потом будем бить Малгейма. И третий это будет Ромби. Короче, смотрите, когда будет третий босс... по ходу дела буду говорить, что там будет происходить. Иначе я так не помню все наизусть. Знаю только, что через секунд 30-40 он взлетит в воздух и будет кидаться молниями. Кто будет стоять под боссом, тот умрет, короче. Вот, вам нужно будет убегать от босса. Это так единственное, что я помню. Метку, пожалуйста. На кого? На себя. Буду за тобой бегать. Поставил на себя звездочку. Так, и еще знаете, что можно сделать? Например... Хотя его, наверное, ваншотнет. Так, Макгрегор, спекайся в танка. Его не жалко, да? Смотри, Макгрегор, ты будешь постоянно сидеть на буревестнике и сбивать ему косты, понял? Да, да, понял. Все, не дай бог, он кого-то убьет. Че там, чек на присутствие? А че делаем? Убьем Сталилома. Кого убьем? Сталилома? Да, Сталилома, потом Малгейма и потом Брундира. Че не Малгейма? Просто он не будет кидать эти ловушки. Ну, Брундир тяжелее, наверное, поэтому его надо убить. Не-не-не, я имею в виду первым убить Малгейма, а второго Сталилома. Так Малгейм нам даст этот прирост потом. Он пропадает, когда умирает. Ну, поэтому мы быстрее собьем Сталилома. Ладно. Все же логично. Не, просто будет желтые лужи вызывать еще, но как, короче... Да, это еще... не трудно. Так, давай, Войд, пуляй Сталилома. Протопал, забирай Малгейма, Макгрегор, Ромбик и забивай косты. А кого мы играем первым? Сталилома, Сталилома бьем. Самый огромный моб. Звездопад можно? Вставайте в синюю руну. Пойди отсюда, босса, да, вставайте в руну и бейте. И Сталилома, чтобы не так и били. Когда будет это говно? Желтая лужа. Сейчас должна появиться руна, да? Да рано еще. Хотя пока бейте. Бейте круг, круг, круг. Появится синяя руна опять, и потом желтая. Давайте без роста попробуем убить свет. Боже мой. Захиливайте. Сакру, сакру. А, все, не надо, не надо. Отходите все от босса, расходитесь в рейндж. В рейндже расходитесь. Набирайте рейндж. Ну где эта конченная лужа? Вот, давай сакру, протопал. Не будет ее, он сказал, что шифруйте вот это. Хорош. Так, следующий Джерри, он даже сакру. Я уже давал. Хорош. Давайте рост, давайте рост. Без роста нам не убить. Вообще, что рядом никто не стоял. Косты сбивайте. А,
А, так ему косты сбивается этот. Он бывает в тексты залазит, а лучше стены его отведите. Что, он взлетает вверх? Или мне кажется? Ух, покажется. Давай сакру. Не нужен, там косты сбиваются. Ну, отходите все от босса, уходите. Уходите, вот куда он летит, надо уходить от него. И захиливайте. Сакра, если есть у кого-то, давайте. Боже мой, отстань от меня. Он не так сильно дамажит. На Вармене он прям ваншотал с тех вот, кто сейчас под боссом. Ну, блядь, шмоти 226, конечно. Так это изи вообще. Хильте повороте, не сдохни. Все нормально. До колечку упал. А меня не ваншотнуло, ля-ля-ля. Терн, тебе действительно нужно? Или просто так ролишь? Смотри, мы сделали бессмертей. Я знаю, это хорошо. Олег, тебе нужно или просто так? Я просто так ролил. Хорош. Дуду типка тебе надо? Или же РСПД дам? Дам. Я обратно в ДД, в спек. Не, останется в танке пока что. Рольте тело, надо кому-то? А мы будем травить алголона на слезы или нет? Ух, можно каждый раз травить его. Так по лестнице подниметесь, дальше не идите. Травить-то каждый раз, а что? Так, я пойду пока что квест дам. Идите по лестнице, только не заходите в комнату, стойте там. Че? Кто-то появился. Калагарн появился. У меня печать Фрейи. Печать Хадира. Это на десятку, интересно. Пенсу на десятку. Мы тут руки ковыряем, да? Лево-право? Да, мы будем бить руки. Хорошо. Абчупия. Побежали за мной. А есть типа чипка, как там две руки убить быстренько, или как там? Есть, обезоружен типа? Вроде как, там две руки сразу убиваются быстренько. За там за минуту или меньше. Я не помню, там чипка называется, сейчас линкану. Тык. Так, посмотрим ачивы. Тыкайте. Если делать без смертей, то обезоружен не делается. Да, мы сделаем без смертей. Так, Джесс, спекайся в танка, Этернити, спекайся в танка, Макгрегор тоже спекайся в танка. Хотя, так, это слишком много танков, да, наверное, получится? Раз, два, я три. Я в ДД останусь. Хорошо, останься в ДД. От удачи еще все зависит, понимаешь? Да. У нас есть ДЦ, это хорошо. Это зубы. Так, давайте, можете пойти покурить 5 минут. Не 6, а 5 только. Пойду пока покушать себе наложу. А как эта способность называется, когда он руками хлопает? Подзатыльник. Дочки матери. Кто там свободен, можете загуглить. Я почему-то искал, когда так нашел там по подзатыльнику вообще ни слова. А он тут неправильно работает. Типа ему, когда много человек в мелизоне, ему это не нравится. И когда на РНЖ много, тоже ему не нравится. Вот в зависимости от этого он разноспособности юзает. А тут ему пофиг, бежишь толпой, он все равно убивает, ваншотает. Стоишь в РНЖ, он все равно ваншотает. Типа если вот убийство, быстрое убийство сделать. Нет, ренжу он никогда не ваншотал, он ваншотает танков. И причем. Ну он ренжу, не-не, когда в ренже много человек, он пыль пускает или там что-то с глаз летит у него. Он пьет больно. Ну, во-первых, ну это вообще так по такте. Во-первых, немного, а 30% рейда, это везде стандартное лече. Во-вторых, он камень, вот эту пыль пускает, когда у него двух рук нет. Он не бьет. А-а-а. Он вообще его мили атакой не бьет, он просто ауе по рейду пускает. Слабое.
Я просто единственное, что в тактике нашел, это когда одна рука или больше типа у него живые, он по танку что-то на 20% или на 30% больше бьет. Но там не написано, нету такого слова подзатыльник. А тут в рекаунт смотришь, подзатыльник, 100 тысяч нахуй. Откуда, сука, 100 тысяч? Либо он не делится кливом, либо он должен делиться и не делится, либо его приписали сюда, блядь, просто. Либо... Так, я тут. Мне почему-то стало лень разогревать еду, поэтому я заказал пиццу. Давайте чек на присутствие. Ну так, подзатыльник это удар, который снижает твою броню на 25%. Нет. Это не тот удар. Нет, когда этот удар проходит, нет в рекаунте надписи подзатыльник. Уже после раскола он идет, этот подзатыльник. Ну подзатыльник, идет подзатыльник и вешается хруст доспеха. Ну короче, сейчас можешь рекаунт посмотреть. Да, насрать на рекаунт. Есть такая штука, как Вовхед, там, Вуфрот. На циркуле эта штука не распространяется. Там все скиллы описаны. Там нету даже такого названия подзатыльник. Там есть название. Подзатыльник. Там ничего не написано. 5 метров. Слышите, подзатыльники, давайте, пошлите убивать. Стойте, мы ждем. Наносящий физический урон, ослабляющий броню на 25% на 45 секунд. Да это хуйня все. Там не написано КД его. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Так, Этернити ты в танке, Макгрегор в танке, Поклонская в танке. И вот, раз, два, четыре, пять танков, четыре, короче, неважно. Так, смотрите, мы сейчас, когда начнем бить босса, первый начинает Войд. Ты, естественно, должен поражаться, хоть что-то поражать. Может, чтобы тебя не убило. Бейте, потом мы будем бить все правую руку. Относительно к нам, это левая рука, я поставил кружочек на нее. Вот, ее будем сливать. Потом будем сливать ромбик. Потом будем вливаться в тело. Вот. Сначала, короче, танчит Войд, потом из танков забирает Поклонская, естественно, прижимается. После Поклонской танчит Этернити, и после Этернити танчит Макгрегор. И потом дальше так по кругу. Забирайте босса, если на вас кидается дебаф. Там броня типа ослабляется на 1000000%. Вот. Каждый раз, когда вы танчите босса, вы должны... прожимать хотя бы какую-то девку. Если у кого-то есть банки на броню, попросите банки на броню, чтобы вы, у вас хоть какая-то была девка конченая. Может, капли там намутить потом? Ну, капли тоже намутите. На второй круг надо будет просто. Не, не надо капли. Есть зубы. Есть зубы у ДЦ, так что попробую, тогда конечно, сказать кинуть. Не, если ретро кинет на вас каплю, он, скорее всего, сдохнет. А если он БЗ себе кинет? Это сложно тогда. Так, давайте, Дуду Типка, ты тут, заходи в игру. Эти все настойки, если у нас не хватит ДПСа, и мы умрем из-за нехватки ДПСа, я накину ГП, на ком не было настоек. Дайте настойку. Я бич. Этернити, Трисия, вы тут-то? Ну смотрите, если мы сейчас сольем две руки очень быстро, потом дадим рост и зальемся в тело, либо давать рост на вторые руки. На вторые. Лучше, да, на вторые руки оставлять рост. Так, Трисия, Этернити, вы тут-то? Может, каких-нибудь миликов на РНД? Нет? Кому не важно, например. А чё, ну, чтобы там помочь и дотить, например, сразу все две руки и тело. Они и так могут бить от руки. Так, еще, смотрите, танки. Кто из вас будет свободен, и вам не нужно будет в ближайшее время забирать босса, вы забирайте на себя осколки. Потому что когда мы разобьем руки, выйдут осколки. Мобы такие конченые. Они будут очень хорошо дамажить. Вот, все милики, переключайтесь в это говно. Только не умирайте от этого говна, а просто бейте его. Если видите, что агро срываете, убегайте. Давайте. Я понимаю, звездопад нельзя. Можно, все можно. Только не умри. Для чего на пулю? Сначала на войткипера. Я понял. Повороте, джесс, шурупец, вы тут-то? Да-да.
Кто ну так принимайте еще. Еще раз, кто после меня, чтобы я сказал это? Первый танчит... Не заходите, стойте на месте. Первый танчит Void Key, ой, Void Knight, потом... Джесты в танке? Нет, не в танке, потом нет. Поклонская. Void, Поклонская, Eternity и Макгрегор. Давайте напишу в чат. Нет, просто запомни, что после Макгрегора. Запомните, пожалуйста, кто когда танчит, чтобы вы не просто так забирали босса. Так. Ну что, да поможет нам великая сила, да? Void. Давайте, ведем себе звезду, Void, иди пуляй босса. Раньше Void, никто не пуляйте. Переключаемся в кружок, бьем круг. Пуш, ГЦ. Не прожался. Давайте, может, тогда обломки сделаем. А что там делать надо? Там просто после убийства руки появляется 5 обломков. Их не бить? 5 штук собрать. Вот, 5 уже есть. Так, блин, они нас убьют. Так не, их можно убивать. Апис, Апис, треснивает на это. Их можно убивать, ничего страшного. Только не бейте тело сейчас. Давай наберите. Давайте хотя бы сделаем. Не бейте босса, там надо еще 3 раза, это сколько? 45% наверное. Нужно всего, чтобы было 25 их осколков. Да, вот уже 10 есть. Ну. Давай попробуем упасть туда. Да не. Дрёп. Или сейчас здесь уже. Забирайте босса, ну, Макгрегор же умрет сейчас. Все отлично. Бейте руку. Как вообще не нет? Рисси умер. А, в руке был? В руке был, да. Но мы снесли руке 100%. Дайте горн ДК и бейте руку. Руки не работают, да. Хорош. Там, когда как? Ну там на 25% должна отпускать. Не бейте босса. Там поглощение должно идти. Дай зубы. Еще одна рука нужна. Это сколько еще? Это четвертая рука была, да? Да, это четвертая рука. Последние руки, короче. Смотри, вот тут. Там хочу родиться. Как тот чувак из мема, да? Босс сейчас. Без рук, без ног. Вообще конченый, посмотри на него. Босса бить можно? Вы не, бейте руки. Вы можете сделать это, обезоруженный перекати осколок, если это... Если вы сейчас топните по правой, потом убьете левую и добьете правую, и босса просто бить не будете. Да, можно сделать. Это логично. Так, я в руке, я умру. Не. Давай, стоп ДД по руке. Не бейте правую руку, не бейте, они убьют ее, бейте левую руку. Да, бесполезно. Мы так осколки не сделаем. Что мы сделаем? Я почему-то руку бить не могу. Забвение. О, ревность не прокнул. Так, сделаем вывод. Войт обрыгался. Может, просто я его протопал, должны только танить, чтобы ревность на него полностью. Не прожался. Это не прожался просто. Да, это просто зависло. Угу. Хорош. Кстати, что вы понимали, когда он был убит без смертей, бой длился минута 49, а сейчас бой длился 3 минуты. Да по-любому ДПС нужен просто. Так мы сейчас 3 минуты, потому что мы стопали и ничего не делали. Я просто говорю, типа, что без смертей убить надо давать Геру, заливать руки обеи, потом вливаться в тело, и ты убиваешь босса. У нас много протопалов, можно кошатницу сделать. Да, сделаем. Два протопала на трэш. Еще один на защитника, и войд на боссе, да? Я защитник. А 9 жизней не сделали? Так, короче, нет, мы ее на прошлой неделе делали. Джетс, ты на защитнике, Поклонская и Этернити. Вы будете танчить сейчас мобов, кошек, которые будут у босса. Давайте вот этих двух мобов пока убьем танки, вот тут прием. А что мы делаем? Без смертей?
Мы сделаем и без смертей, и кошачницу. Отведите мобов, там идет босс. Идите сюда. Видите мобов. У нас нет вара, который бы сбил каст. Наркодидер. А. Ну, у нас есть Лола, который может сбить каст. Эршам, а у меня ноль меткости, а вдруг я миссию. О, вы согрели босса, молодцы. Умираете, чё? Да не, надо побить мобу. Можете убить мобу, хотя бы. Знать, кто согрел босса. Давай, ПМ напиши, а я не забуду. Пет в идеале на гак мир. Хорош в идеале. Так и давай прейдем. Без смертей мы уже не сделаем. ПП еще это танком тоже реакция 0. Таких вот таких людей, короче, на Иллидане просто бы кикали сразу, которые не могут уследить ни за своим пятом, ни за чем. И вы сначала кикнули, потом еще следил, я даже нажал, чтобы он назад ко мне пошел. Джерин, можешь повторить фразу умножить на 0, разобрать на молекулы? Ну, типа то же самое, только вот эти фразы добавь еще. Чё? Чё повторить? Умножить на 0? Типа на Иллидане бы их умножили на 0 или разобрали на молекулы. Не, на Иллидане их бы тоже не то чтобы умножили на 0, их бы просто бы кикнули с рейда, с серва, с гильдии, со всего, что только можно. Вот, я хочу запись сделать. Ну начнем с того, что они туда бы не попали. Ну да. До Иллидана бы не дошли. А куда портоваться? До него доходить. Галерея. Разрушенное говно. Там из-под лица этих мобов двух высоких надо выходить, а то они ауешкой бьют перед собой. Давайте резче портуйтесь. Ой, ты диагри мобов, хилы тут есть, апис. Так, Лола есть. Давайте, хильте танк, пожалуйста. Отведи его к нам, всех мобов, хильте танка. Бейте все кружок. Их же одновременно надо убивать, нет? Нет, зачем? Потом вырастет просто один. Я вам покажу лайфхак, как сделать, чтобы он не бил танк. Опа! Видишь, вырос, я же тебе говорил, вырастет. Не, опа! И все. Хорош. Только мягод спустя. Это скил. Это, конечно, дело. Так. Поставь рыбу, ешьте рыбу. Что ты там сделал? Застанил он его. Уфу. Повороте, ты тут? Повороте. Угу. Где ты там шляешься? Кстати, я вот тут узнавал, на Иллидане эти мобы, что ваншотят рейд, они станет. Приятного аппетита. Ну да, не станет. Давайте фулл ребаф. Так, Этернити. И кому я сказал, Поклонская. Вы вот видите, 4 кошки под боссом бегают. Сейчас поставлю, давайте, звезда, круг. Танчит Этернити. Ромбик. Трусы, танчит Поклонская. Так, где будем танчить? Тут, а где мы сейчас стоим? Мне метку поставь, кого мне танчить? Я на себя звезду поставил, надеюсь, ты танк разберешься. О, бейте моба. Ну, тут будем, короче, наверху танчить. Да вот здесь можно танчить, эти дичери бегают. Да, Джесс, ты вот тут будешь танчить защитников, которые будут вылупляться. О, смотри, тогда пускай вот сбивает костыля с тримом, первый антифир, да. Зачем этот шурупец и наркодилер? Смотрите, у босса будет фир, вам нужно будет перед фиром зажать... как эта способность называется? Кто вспомнит? И вам нужно завязать ярость берсерка, потом завязать зубуточину на босса, чтобы сбить каст. Хорошо. Зубуточину? Зубуточину. Зубуточину, я сказал. А, давайте.
Так, вы знаете... Лингоните ему, чтобы он прочитал ее. Зубудочина. 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 Зачем вы говорите мову просто так? Он в кайф, что ли? Поклонский ревность не пропнул. Героизмен дайте потом на боссе.